Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня атака фортов. Решил сделать видосик. Интересный видос у нас будет. У нас будет тест 9 СО священного огня и 9 ожога. Вчера я позабирал, показывал на героев пару эмблем, и сегодня мы их затестируем. Так, попробуем оккультиста. Вот 9 ожог у нас есть. Вот такая вот сборка. Поставим, наверное, его вместо Седны, скорее всего. Седну я уберу. Такс, дальше. Зефирка. Зефирку мы соберем на домах. Вот такая вот сборка будет. Будет второй герой. Так, потом Прайка, 9 пакт. Ну, с ожогом смысла, конечно, нету ее тестировать. Возьмем 9 пакт. Давайте сделаем 9 грубую силу. Это можно было, в принципе, вместо грубой поставить эту эмблемку, но мы сделаем ее на максимальной. А у нас была девятка. Ладно, будет еще одна. Так, это второй герой. Также берем сюда ворожея. Обязательно ворожея. Опять же, с ожогом потестируем. Правда, он не будет сразу включаться, но это такое. Так, это у нас еще один герой. Третий. Так. Три. Такс, 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 огника берем. Тоже затестим. СО плюс ожог. Это будет четвертый. Так, сюда бы, конечно, кого-то. Давайте попробуем землеройку. Конечно, лучше ремочная землеройка, но у нас так и лазулю. Лазулю, конечно, лучше с оживой, но мы опять же вот такой вот вариант героев у нас будет. Поехали. Не знаю, правда, я не знаю, там или у нас будет смотритель. Сейчас посмотрим, что тут у нас тут прижали уже. Так, давайте так, раз, два, три, четыре, пять. 6. Да, у нас нету смотрителя, получается. Но ничего страшного, попробуем без смотра. У нас мини-тестик.
А блин, я ж думаю, кого мне не хватает, я не поставил нового героя. Моего, наверное, вместо землеройки поставим. Так, давайте его уберем. Блин, не поменялось. Ладно, давайте соберем следующую пачку. Сейчас он там быстренько сольется у нас. Я что-то не понял, как это они так быстро сюда добежали. Ладно. Поехали, собираем остальные пачки. Так, это мы трешевали с вами. Сюда сейчас закинем. Поставим СО. Асура у нас будет. Ремочкой, а также роза и такой. А сюда мы добавим Махатму и ППшка. Здесь тоже поставим ремочки сейчас всем. Я как обычно не готовился. Сейчас надо ту пачку нам вывести. Такс. Осма. Так, отлично. Поехали отбивать. Сейчас пока сделаем вторую пачку нашу, чтобы не терять время. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Такая вот пачка у нас будет. Ой-ой-ой, первая сюда, сюда вторая. Так, смотрим. У нас получается 9-й ожог. Лазуля на Варжее и на новом герое Окулисте. Окультисте, Окулисте. Что я вам могу сказать? Имба тащит. Посмотрите, мои герои вообще не проседают. Так, а вот что там у нас с Фрей? На Фрей, кстати, стоит талант новый. Посмотрите, она себя больше отхиливает, получается. Ее нереально просто слить будет. Надо недомогание. Это жесть, ребят. Вот вам новые таланты.
Сейчас просто пачка сорвется, мы ее не затащим. Так, здесь мы забрали. То есть новый талант. Чарка плюс талант Чарка плюс изворот на Фрею. И Фрея у вас будет просто обалденная. Вы ничего не сделаете. И плюс выживание можно поставить еще. Вот опять эта же пачка. Ну, у нас, как обычно, лаги идут. Вечный бой, короче. Давайте сейчас выйдем. Перезайдем. Ну, не знаю, сам оккультист мне нравится. Он, получается, дает щит, и герои просто тупо себя хилят. Этого вполне хватает. 50% от хила. Это, конечно, жесть. Вот смотрите, я его просто не слил. Мою пачку просто сняли из-за того, что я не смог убить. Но это бред, реально. Просто топовая пачка, и ее просто тупо она распалась. Из-за того, что мы не смогли слить одну обычную Фрею. Вот вам IGG делает чудеса. Жесть, короче. Поехали, создадим еще одну пачку. Ну, то есть вы не убиваете ее, и получается, вам засчитывают поражение. Это печально. Сейчас поотжимаем. То есть, какую бы вы прокачку ни сделали, если вы не сливаете героя, а вы их сейчас сливать не будете, потому что ну, нереально такую Фрею убить, она будет себя хилить, как бы вы ни старались. Все, вам сразу же автоматом дают поражение. Вот такие вот дела, ребят. Тест классный, герои не просели, но ни хрена толком не узнали. Так, тут другие уже воюют. Люблю такие форты, где вот просто тупо. Ну, это баги уже давным-давно, поэтому что тут бомбить? Они ничего до сих пор не поменяли. Они меняли тут условия в атаке фортов. Но по сути. Вот смотрите, этот бой уже идет не знаю сколько минут и ничего не меняется.
Не могут реально друг друга убить. В общем, вот так вот, ребят. Это печаль, это беда, это атака фортов, которая вроде должна была быть топовой, но на сегодня то же самое, что и битва гильдий, ее просто, блин, похерили и ничего с этим не делают. Делают обновы, но не делают ничего с локациями, которые реально интересны для игроков. Все, пишите комменты, что вы думаете. В общем, такой вот тест. Для себя я затестил, не знаю, посмотрим еще, возможно, заснимем еще дополнительно вам видос. Просто вам показал, как проходят атаки фортов, в принципе, вы и так все это знаете. Все, пишите комменты, всем удачи, всем пока.